Вот и Арине конструктор пригодился. Она еще у него играла. О, сколько ему лет. Много. Нет, все, ты уже надоело. Ты поиграл 3 минуты, Артур. Его невозможно чем-то увлечь. Я не знаю, что ты, Артур, хочешь. Чем ты хочешь заниматься. Но играть ты точно не хочешь ни во что. Ой, глазки трешь. Ой, ты же спал недавно. Что это такое? Он хочет лазить, ходить. Пульты хочет брать. Линейки, например, которые вот здесь лежит. Вот эти палки хочет брать, да? То, что не разрешают. Поднимайся, давай. Давай, давай. Артур, ты уже сам кушаешь, да? Вот так он берет сам и ест апельсины. Ну, пускай балуется, пускай. Это ж ему интересно, правда? Тем более учится. Вот. Сразу все и съел. Вот так, скажи, умею, да? Бери в ручку. Вот и понабрал, Артур. Надо ж еще правильно брать, малыш. Давай я тебя покормлю. Давай. 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 Так, очень любит апельсины. Правильно? Очень любим апельсинчики. Ну, в общем, мы с ним кушаем тут. Завтракаем апельсинами. Вот так. Надо, чтобы ты вот научишься брать аккуратненько и будешь спокойно кушать быстрее меня. Быстрее мамы. Все облизал тут. Все бы облизал, папа бросал. Что? Ладно, буду помогать. Все, все летит. Хорошо, что там этот слюнявчик и карман есть, словит, да? Малыш, покупался? Накупался? Наелся? А спать пора уже? Уже капризничает, спать хочет. Так, сегодня резво купался? Крутился, вертелся, вставал. Лазил там. Ой, 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 ой. В общем, веселуха. Веселуха у нас с тобой, да, Артурчик? Малышу все интересно. Все интересно, да? Ну вот, пытаемся заснуть. Хотя что-то по нему не видно. Потом сходим прогуляемся немножко. Кстати, у нас отключают воду считала на 15 дней. Что мы будем делать, я не знаю. Волосы собрала, чтобы они были волнистые. Вот сейчас пойдем на улицу. Артурчик, когда проснется, распущу. И будут такие волнистые. В общем, прикольно будет. Артурчик еще дрыхнет. А я занимаюсь тем, что мне, в принципе, доставляет удовольствие. Артурчик! Артурчик спал 2 часа. Просто обалдеть. Ты знаешь, Артурчик, что я успела на завтра сделать 2 видео за это время. Ты представляешь? Ух ты, какой ты молодец. И выспался. И мама сделала свои дела. И завтра утром мама будет свободна. И может делать на следующий день. Вот так вот. Вот так вот. 3:30 почти. Папа скоро придет. Принесет черешенки вкусные, пока она еще есть. Будем кушать. Помидорчиков вкусных будем кушать. Чего ты такой серьезный? Улыбнись. Улыбнись, ты чего? Сейчас мы покормимся. Пойдем еще в магазинчик сходим. Яблочек хотим. Вчера с Вовой так яблок хотели. Сильно-сильно. Но лень было куда-то идти. Вечером объелись. Я там рис приготовила с овощами. А объели, что не было сил идти. Так что пойдем сегодня и куплю авокадо свои любимые. Кстати, авокадо сейчас очень дешевые. 3 с чем-то рубля мы в Евроопте берем. Спелые можно нащупать. Я их просто обожаю. Они очень вкусные. С помидорами вообще огонь. А Артурчик у нас опять хочет здесь постоять. Артурчик. 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 Что такое серьезное, не поняла? Ты что, плохо спал? Ну, малышек, на улице солнышко светит. Пойдем гулять. Наверное, в слинге пойдем гулять. Не в коляске, но лежать не будешь.
Спать не будешь, потому что выспался? Пойдем в Слинге гулять. Ой, молодец мой маленький. Аккуратненько, только осторожно. О, опять дыньки взял. Они отсюда вот даже пахнут. Дыньки шикарные просто. О, сколько черешни. Подешевело, по 4,5 рубля. Класс. Класс. Обожаем черешню. И мой любимый изюм. Очень вкусно. Пришли с магазинчика, купили тут немножко апельсинчиков. Сегодня купили ананасиков, нам захотелось. И самое что прикольно... А, так я это же показывала. Овоща. Палочки. Вкусненькие. Мы пока фанаты по этим палочкам. Ну и так, по чуть-чуть все. А это наш ужин. А потом будут помидорки. Мы их отдельно кушаем. Они такие сладкие, что хочется кушать, как отдельно прям пищу. Так что будем кушать. Артур хочет украсить Вову. Ткань у него такая красивая. Буду сейчас кое-что Артурчику делать, шить. Вот, дала ему тканюшку прикольную. Он хочет с меня залезть на диван, потому что я выше, чем пол. Он использует меня. Да? Ну как под магнита. А до стула далеко. Вкусно. Видимо, не очень. Сливы были вкуснее сегодня. Да? Ой, вкусно было. Мы поскольку съели по 3 штучки. Я, да, 3 штучки съела. Артур? Я. Артур 5. Артур у нас все сливы украл. Ему мало, кстати, было. Последние 5 съел. Он в последнее время притворяется медведем. А может тигром, не знаю. Непонятно немного. Хочет встать без поддержки, но не получается пока. Нет, ну сам встает на диване. Ну, куда держится, да. Ну, сам встает, да, там. Смотрите, сколько у меня пуговиц, целая баночка. Каких хочешь. Надо, короче, знаешь, что придумала? Сделать коврик, нашить все пуговицы и ходить по ним. Так и какой массаж ногам. Классно. Я их собирала много-много лет, короче говоря. Да я пошутила, я столько пуговиц в одно место не ношу никогда в жизни. Он любит за нос тягать. Он меня так будет иногда по утрам, кстати. За нос хватит и все. Что ты хочешь? О, слышите? Неваляшка. Для такого возраста надо, чтобы пол был достаточно мягкий, чтобы не больно было падать. Кстати, мы помнишь, какого коврик же заказывали? А мы заказали его. Ну, заказали. Он же едет. Он едет, его можно постирать, он мягкий, он не так ударяется. Так, ну, мы же хотели два. Один ему. Да мы пока не ходим на речку, чтобы его с собой брать. Ну, что-то приехало. Нет, ты знаешь, что мы его стульями испортим, когда будем ставить на него стулья? Мы не будем стулья на него ставить. Так он большой. Он не 3 метра, он же 2. Он где-то такой будет. Такой вот этот стул. Ну, его, значит, надо не садиться на него просто. Это мы так укладываемся спать. Артур уже карабкается куда-то.
Ай-яй-яй, у нас время почти 10 часов. А ему не спится. Сегодня выспался днем 2 часа, поспал вечером, наверное, часик. А сейчас все. Выспался за день. Выспался. Артурчик, ты выспался. Ты молодец, конечно. Мама собралась шить, садиться. А так ничего и не начала даже. Ткань подоставала все. Потому что Артурчик не дает ничего сделать. Вот что делать? Утром встаю в 5 часов. Если вечером еще буду ложиться поздно, там, за 12, так я не знаю. Я скоро так с ума сойду без сна. Это очень тяжело. Вот что делать, что делать? Не знаю. Надо Аринку Щашник вызывать на помощь. Шутка, конечно, пускай малышка отдыхает. Балдеет там с бабушкой. Артурчик, с потулечки ложиться надо бы нам. Ох ты маленький. Ну, птичек смотрит. Там птички еще летают, ласточки. И поют. Он очень любит птичек смотреть. Правда? Да. Да, любишь. А у нас тут уже темно-темно. Слоник как переливается классно. Круто. А Туча до сих пор не может заснуть. Уже без 10:10. Малыш. Он рассматривает слоника и все.